Альфой и омегой любого верующего человека, местом, где проходит крещение и отпевание, становится храм. Возведенный в районе швейной фирмы, деревянный собор воплощает лучшие черты русского церковного деревянного зодчества. Храм высотой 19 метров станет украшением микрорайона и нашего города, считают прихожане. Церковь носит имя Серафима Саровского, иеромонаха Саровского монастыря, русского святого и чудотворца. Серафим широко почитается среди православных верующих. О чудесах и исцелениях у его мощей сообщалось неоднократно. Многие люди знают, по крайней мере, хотя бы в самой краткой форме его житие. Великий старец 1000 дней и ночей, не сходя с камня, молился на этом камне за Русь святую. Одноглавый четверик шатровой колокольни строился в течение 5 лет. Основан храм еще при покойном епископе Михаиле. При архиепископе Константине в 2010 году в основании был заложен камень. Посильную помощь в строительстве церкви добровольно оказывали многие жители Кургана и предприниматели. Каждый человек покупает много ненужных вещей, про которых потом через дня 3-4 забывает. Ну и есть, наверное, какой-то смысл помочь в строительстве храма, на что-то пожертвовать. И это останется надолго. Нас не будет, храм будет стоять. Проект деревянного храма был разработан Павлом Горбуновым. Светлана Епифанова, Василий Малухин, Никита Мухин, информационное агентство «Курган.ру».